Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Yarn to Die 2. Ну что же, поехали, у нас, ребята, новая машина. Такая вот спортивная, гоночная. Может быть Феррари, может быть Бугатти. В общем, не имеет значения, имеет только результат. Поэтому давайте смотреть. Тут новая трасса. Вау, неплохо подрезаем. Но, что могу сказать, блин, тормозим, мы, ребята, тормозим. Вау, бегущие зомби, да? Все дела. Эть, заехали. Мы заехали с вами, ничего страшного пока нету. Ух ты, ё-моё, ребят, ну трасса, конечно, да. Придется нам здесь попотеть маленечко с вами. Машина уже у меня дымится. Ладно, ничего страшного, ребята, это только начало. Машина еще нисколечко не апгрейджена у меня. А чего там? Ничего, ребята. Вот это да, на меня просто взяли и скинули кучу всякого хлама. Так, ну что же, я думаю, здесь, наверное, в первую очередь почему-то надо сделать броню. Не знаю почему, но кажется, хоть ты тресни. Поехали. Фух, доедем с вами, наверное, когда-нибудь до первого чекпоинта, да? Посмотрим, сколько у нас по времени, ребята, уйдет. Может быть, придется разделить эту серию, а, точнее, вот этот вот видосик на две серии. Вау, чувак там врезался в стену. Ой, елки-палки, что ж так неконтролируемая такая у меня машина. Ребята, у меня броня уже слетела, ты представляешь? Она уже слетела. Я еще ничего не успел сделать. Опять этот бегун за мной бежит, а? Смотри. Дурило, действительно дурило. Слушай, ну у нас с вами бензин заканчивается вот на этой же точке, да? А что у нас там внизу? Ага. Внизу у нас, оказывается, тоже что-то есть. То есть дорожка, да? Ладно. Так, ну что ж, давайте, наверное, мы тогда с вами все-таки приобретем еще маленечко бензина, раз такая возможность у нас есть. То есть мне нужно продвинуться как можно дальше. Как можно дальше, чтобы заработать чуть-чуть побольше деньжат. Да что ж такое, это, ребят, какой-то подлог просто-напросто. Вы видели, да? Я набираю скорость, потом я врезаюсь там во что-то и теряю скорость. Зомби, отвали от меня. Захотел схватить. Не тут-то было, раскисшая ты морда. По-другому не назвать его. Так, хорошо, пока все отлично, ребята. Сейчас будет зомбарик здесь, я помню. Опс, мы его так подрезали аккуратненько. Сейчас, кстати, будет груз падать. Сейчас будет где-то груз, вот он. Куча кирпичей, отлично мне написали. Зомби там бедный кувыркнулся. Мне на него плевать, по большому счету. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, ребята, вот это подкол, на самом деле. И бензин опять закончился. Блин, тут надо, знаете что, ребята, ускорение брать. Потому что, ну, хочется, вот знаете, стартануть, чтобы, ну, быстро так сигануть. Но почему-то у меня не получается. Я так понимаю, вот это у нас ускоритель, да? Ага. У меня еще 4 лямзика есть. Давай вот так вот сделаем. Ох, ё-ху. Ну что я могу сказать, ребят, моя машина выглядит просто отпадно с таким-то ускорителем. А, ну-ка, кстати, давно рекламы не было, да? За баблёсик. За баблёсик. Сказал, как не знаю что. Поехали. Шикандос просто-напросто. Ни один зомбарь меня просто теперь не догонит. А нужно ли меня вообще здесь догонять, а? Да, ребята? Ну, тачка, конечно. Блин, опять броня отвалилась. На-ка. Мы, кстати, знаете, что сейчас попробуем сделать? Вот здесь вот проехать. Оп, блин. Оно как раз на меня все и упало. Я думал, проскочить получится, но не вышло. Отличненько. Юху! Воу! Вот это да, ребята. И бензин закончился, к сожалению, у меня. Ну что ж, мы с вами заработали. Ох, 9 лямзиков у меня даже. 9 лямзиков, да? Развесовку, может быть, взять. Нет, я хочу горючку взять. И хватит у меня на что-нибудь. Абсолютно ни на что больше не хватает. Ну что же, тогда поехали. Короче, каждый, ребята, у нас заезд что-нибудь, да, приобретается. Вот так вот потихоньку. Вот можно посудить, сколько у меня там ячеечек, да, вот этих вот. Ну, умножайте на количество наших поездок. И вот вам будет результат. Ни больше, ни меньше. Но, смотрите, в данный момент я не могу даже приблизиться к своему чекпоинту. Несмотря на то, что я довольно много расстояния проехал. Смотрите, я даже половину не проехал до своего этого, до заправки, до следующей. Как быть? А? Как быть? Кто мне скажет? Очень быстро заканчивается и бензин, очень быстро заканчивается ускорение. Смотрите, ну что это? Да. Ловушка на ловушке, ловушка, ребята, погоняет. Хм. Слушай, меня это задачивает, опечаливает просто-напросто. Ладно, попробуем с вами
усилить тогда двигатель, да? Вот, вот этого, ребята, я ждал. Ну что ж, мы будем смотреть рекламу до потери пульса. Так, ну что, ребята, у меня пульс закончился, поэтому мы заканчиваем с вами просмотр рекламы. И я накопил, ну, почти 30 миллионов. Давайте что-нибудь за эти деньги будем приобретать, в конце концов. И я вот думаю, надо взять развесовочку. Пипец, да, развесовку взял, уже осталось 11 миллионов. Офигеть тут ценники. И давай-ка я возьму, наверное, движок. Да, приблизительно так. Ну что, ребята, стартуем? Стартуем, конечно же. У нас с вами 116 уже день. Так, отлично. Блин, куда ты прешь, зомбарь? Я тебя не ждал сюда, ко мне в гости. Хочу, ребят, доехать хотя бы до первого чекпоинта. Понимаете? Какая вот у меня мечта. Мечта идиота. Посмотри, зомби прицепился, а? Туша прицепилась просто к машине. Ты посмотри. Его уже нету, живых давным-давно. А все, отлетел он, короче, от меня. Так, сейчас мы вот так вот с вами. Ух, я специально так сделал, ребята. Угу, нормуль. Так, чекпоинт мы с вами свой предыдущий побили. Отлично, едем. Отлично, да посмотри, что так много зомбарей-то этих бегущих. Вау, опять прицепился. Этот перелетел даже аж машину бедную. Так, ускоритель у меня закончился. И смотрите, ребятули, самое интересное, что если у нас было бы чуть-чуть побольше, да, бензобака, мы бы могли бы с вами, наверное... Ух ты, а может мы доедем? Прикинь, было бы прикольно, если бы мы просто без горючки смогли бы доехать до чекпоинта. Но, к сожалению, ничего у нас с вами не вышло. Так, что же нам не хватило? Нам не хватило с вами горючего, судя по всему, да? И я могу еще купить... Слушай, ну это шикарно, ребята. Это очень круто, поэтому я думаю, что вот с этой заездочки мы с вами доберемся до чекпоинта. И я думаю, вы меня поддержите в этом плане. И еще бы не вот этих вот зомбарей бы тут не хватало бы, которые прыгают. Я так понимаю, ребята, они когда цепляются к моей тачке, да, они мне просто мешают набирать скорость. То есть ее замедляют. А замедление это всегда плохо. Это, ребят, всегда плохо. Особенно, когда на тебя еще вот такие вот кирпичи падают и все тому подобное. Зачем? Зачем ты это сделала? Надела, блин, платье белое. Нафига вот это нужно было делать, а? Ну нафига, ну скажи мне, а, машина. Ты всю статистику мне в данный момент испортила просто-напросто. Всю. Сейчас еще врежемся, естественно, ребята, естественно. Машина вообще у меня без брони. Зомбари, как всегда, целая куча. Естественно, они все хотят полакомиться мной. Но, как видите, я... я выкабучиваюсь. Я выеживаюсь, ребята. Так, вот здесь мы сейчас с вами должны где-то упасть. Должны упасть. Воу. Так, и вот здесь мы должны доехать. Я газую и... да. Фух, первый чекпоинт. Это хорошо, ребята, это всегда хорошо. Теперь давайте стараться доехать до второго. Так, а почему мы вот так вот едем, а не вот так вот? Вот поехали бы ровненько и все. Нет, вот надо вот такой вот загогулину тут делать. Специально, что ли? Я не могу понять. Так, что же меня интересует в данный момент? Меня интересует, конечно же... конечно же. Вот что я хочу сделать, ребята. Да-да, я хочу прокачать себе колеса и немножко коробку передач. Я думаю, что это нам пригодится. Поехали. Так... у нас, ребята, новая, как говорится, карта, потому что чекпоинт новый, и что здесь будет, я пока без понятия. Так, ничего себе тут. Слушай, солидно, мне нравится. Воу-воу-воу-воу, тихо. Так, да, чтоб тебя. Да, надо привыкать ко всему новому. Вы это прекрасно должны понимать. Ёлки-палки, этих зомбарей просто здесь кишит. Бумс, взрыв. Так, отлично, опять они бегут за мной. Опять они за мной бегут, ребята. Они никак от меня не хотят отставать. Так, а если мы здесь с подлетом? Ого, ого. Вы что, серьезно, что ли? Вот это да, ребята. Это что-то новенькое сейчас было. С таким подъемом. Теперь спуски пошли. Ё-моё, ну, трасса такая, знаете. Хорошая, я могу сказать вам, точно. Очень хорошая, потому что она разнообразная. Так, ну что, давай возьмем горючки, наверное, с вами, да? И еще ускорителя. Так, 2 миллиона у нас всего лишь денег. Больше ни на что не хватает. Поехали. Интересно, пройдем мы
эту трассу сегодня за короткий промежуток времени или же нет, ребят, как думаете? Ну, естественно, как только, да чтоб тебя, как мы только свою машину обгрейдим, естественно, у нас все пойдет в гору, поверьте мне. Блин, моя машина просто летает здесь. Да елки-палки, второй раз на этой ерундистике встреваю. Так, полетели. А где у нас там будет? Вот сейчас, по-моему, где-то будут у нас красные ящики, да, если я не ошибаюсь. Или не тут? Я уже... Оу, щет! Так, погоди, ты что делаешь? Она у меня, ребята, упала. Она у меня уже горит, дымится. То есть, соответственно, движочек у нее не выдержит, скорее всего. Да, будет печально. Вот это, конечно, вообще меня удивляет. Вот это вот, серьезно говорю. И ускоритель закончится. То есть, получается, что я не смогу доехать, да? До... Вот это было круто сейчас. С моей стороны, ребята, это было очень круто. Моя машина просто поднялась на воздухе. И чекпоинт я свой, по-моему, переплюнул. Так ведь? Ну, совсем немножко. Это даже незаметно, если честно. Так, что же сделать мне? 26 миллионов. Давай вот так вот сделаем. И еще. Да, попробуем с вами, как говорится, брать на ускорении. Почему на ускорении, ребят? Ну, сами понимаете, чем круче у нас скорость, тем больше расстояния мы возьмем. Да чтоб тебе все... Нет, тут не хватает чего-то другого, ребята, для того, чтобы взлететь на этот постамент. Так, уже вот здесь уже было лучше. Здесь уже было намного лучше. Так, хорошо. Зомби мешает, уже брони, ребята, нету. Броня все закончилась, все израсходовалась. Круто. Иди ты отсюда. Нет, все-таки зацепился. Паразит. Цепляется и все. Блин, ребята, у меня почему-то очень быстро ломается машина. Серьезно говорю. Посмотрите, уже нет брони. Уже нет брони. Она уже вся дымится. Так, ну что ж, сделаем выводы. Нам нужна, ребята, броня. Так, что у нас с горючкой? С горючкой все очень паршиво, так же, как, ребята, и с бензином. Ну, конечно, конечно же. Ты, дичь, раздавил его просто-напросто к ядре, не фени. Двигатель сломался. Угу. То есть, ты понимаешь, да? Мне не хватает брони. Поэтому давай мы ее купим. И что я могу еще купить? Могу купить, ребята, расход топлива. Эффективный. Кстати, между прочим, я что-то не замечал, что здесь у нас идет эффективный расход топлива. Он как тратился моментально, так и тратится, ребят. Они меня тут обмануть, что ли, хотят? Или что, я не могу понять. Вау, какой я крутой, блин. Прям по самый верхний трубу там пролетел. Давай, газуем тачков. Опять у меня броня слетела. Чтоб их всех на тысячу кусочков разобрало, а? Ну? Возьмем свою отметку или нет? Да заедь уже наверх туда. Все, кочеврыжится он мне. Так, вот оно, это место. Уже закончился ускоритель. Офигеть, ребят, я еще... Толком не начал ехать, а у меня уже ускоритель закончился. Офигеть. Ну ладно, хорошо, хоть бензин есть. Пока едем с вами на бензике. Смотри, как... И это называется зомби, ребята, да? Который бежит быстрее чуть ли, чем не моя машина. Рука там болтается сзади, смотри. Воу, тихо. Слушай, смотри-ка, ребята, мы вполне можем доехать с вами до чекпоинта. Вполне, если... Если... Ускоритель был бы у меня. Ну хотя бы чуть-чуть. Ну. Совсем капельку не хватило. Смотри, ребята, совсем чуть-чуть. Ладно, делаем, короче, по-умному с вами. Покупаем бензин. Так, бензин я взял, да? И покупаем с вами. Вот так вот. Чтобы была у нас максимальная скорость. Слушай, я думаю, что с этой заходки мы с вами все-таки доедем до чекпоинта. Сейчас проверим. Ну, такими темпами, конечно, нет. Тьфу ты. Это вообще звездец полнейший, ребята. Хотел как лучше, а получилось, как всегда, хрен пойми что. Давай начнем вот так вот рассуждать. Опять у меня броня слетела. Ладно, ничего, нам не привыкать. Хорошо, зомби бегут. Зомби бегут, мы взрываем бочки. Да ты что ты? И от него не отцепиться, ты прикинь?
Вот здесь, ребята, у нас заканчивается с вами ускоритель обычно, да? Ну, на этот раз у нас его осталось немножко побольше, но я еду без брони, позвольте заметить. Машина, конечно, пока еще не дымится. Я все ящики, все коробки, понятно все, просчитал своей машиной. Что-то, ребята, не задалось у нас с вами. Хотел как лучше, а получилось как всегда. И горючка, естественно, сейчас у меня закончится. Не смогу я взять, ребята, этот пьедестал, к сожалению. Видите, что происходит? Они падают просто на меня. Они затормаживают мою машину. Возможно, они даже ее ломают. Опять на той же самой точке практически, ребята, остановился. Что же сделать-то мне? Что же мне с вами сделать, а? Давай получше перекупим себе горючего, наверное, и коробка передач. Кстати, реклама еще есть. Я, ребята, с вашего позволения посмотрю за 17 миллиончиков. Я думаю, вы будете не против. Так, ребята, у нас 19, ну почти 20 миллионов. И я думаю, что я все-таки куплю коробку передач. Мне кажется, от нее будет больше толку. Ну что же, поехали. Наша сейчас основная цель, ну как вы понимаете, доехать до второго чекпоинта. После второго чекпоинта там уже начинается другая жизнь. Так, хорошо. Можно было бы, наверное, и развесовку приобрести. Если так подумать хорошенько, логически, да? Развесовка здесь даже очень бы помогла бы нам. По крайней мере, мы бы вот эти вот все ящики... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всех вот этих зомбарей бы просто с вами давили бы, как сосунков. Хотя тут, наверное, все пригодилось бы. И броня... Да чтоб тебя. Нет, ребята, они очень сильно мне мешают. Ты посмотри. Я именно про зомбарей, которые прицепляются к нам. Они не дают мне спокойно здесь жить. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком медленно. Ну, конечно, слишком медленно. Потому что трындец, ребята. Здесь я не перевернусь. Я не смогу. Вот так прокатились, да? Смотри, идут. Один маленький, другой большой. Какие-то зомби непутевые вообще, на самом деле. Так, все, я покупаю последний, ребята, бензин. Последний бензин, который можно было бы здесь апгрейдить. И поехали. Что ж такое-то? Машина все лучше, а я все хуже и хуже управляю ей. Ну что ты заехать не можешь, а? Ну, что за косяки вечные какие-то? Я не пойму. Давай, давай, давай. Ну, конечно же, ты начинаешь у меня дурковать. Начинаешь терять броню на пустом месте. Кто этому удивлен? Я не удивлен, ребята. Давай, вот здесь еще что-нибудь начудим. Ой, плохо, отвратительно просто. Какой же у нас из меня, ребята, здесь гонщик, когда я каждый столб пытаюсь поймать своей машиной. Каждую коробку, каждый ящик. А я еще вот, я только сейчас дошел до этого места. А это место обязательно, ребята, нужно проходить с ускорением. Иначе мы с вами будем терять здесь все. Так, ладно, по-тихому, по-тихому. Брони уже, как всегда, нету, да? Отлично. Чего отлично? Я пока ничего отличного здесь не вижу. Еду как полоумный. Давай вот так немножко взлетим. Давай здесь у меня горючка. Ой, горючка, ребята, заканчивается этот ускоритель. Вот оставляю специально здесь себе немножко для того, чтобы, ну, поднажать. Горючка еще есть, поэтому поехали, поднажмем. Фух. Второй, ребята, чекпоинт взят. Так, ну что, игра сохранена, это хорошо. И мы с вами сюда вот передвигаемся, да? Давай посмотрим, что у нас по гаражу. Так, 35 миллионов на кону. Что же мы с вами можем сделать? Во-первых, я хочу купить себе двигатель. 15 миллионов еще остается. И получается, мне можно взять еще один ускоритель. И почти 5 лямов у нас на карманчике, да? Ну что же, давайте ставить новые рекорды, ребята. Поехали. Трасса, повторю, опять новенькая для нас. Я здесь не был. Так, смотри, пока все вроде бы нормуль. Оу, щет. Пока вроде бы нормуль, все хорошо. Разносим все к ядрене фени. Так, вот здесь прикол. Только что... Оу, щет, ребята, что ж творится-то? Что ж это творится, а? Трасса с подковырочкой, можно так ее назвать. Опа-на, отлично, понял я, юморок. Да ты будешь нормально ехать сегодня или нет, а? Рэй, хорош дурковать, так броня отлетела. Что там этот полу ко мне приближается, зомбарь этот?
спецназовец, так его назовем. Ё-моё, я всю машину, ребят, себе исколупал об эти всякие трамплины, ловушки, коробки, пампушки. Так, это что у нас, трамплин? Ага, понял. Пока нормально, ребята, полтрассы мы с вами уже проехали. У меня заканчивается ускорение. О, почти закончилось. Но машина моя горит, горит. И машина моя горит, и пукан горит, естественно, само собой. Так, давим, давим все здесь. Бензин закончился, но ускорение-то еще есть. Да, круто я сейчас врезался. Слушай, ну смотри, 22 миллиона мы почти получили, и умножаем на 2, 48. Так, беру я, ребята, броню. Беру броню. И беру, пожалуй-ка, вот так вот колеса. Все, мне остается лишь что докупить. Движок, потом коробку передач. То есть это еще 2 заезда. Так, получается у нас 3 заезда, да? 3 и 3, 6, 7. 7 заездов. А если брать по крупнику, то все 10 заездов мне еще нужно будет, ребята, сделать. Ну, я думаю, что это минут, наверное, 15 максимум. И трасса будет у нас в кармане. Хотя, честно говоря, я еще даже не врубился, не понял ее, не ощутил, так сказать, прелести этой трассы. В чем у нее заковырки? Вот кроме вот этих вот, конечно, врезаний нелепых и никчемных. Так, да чтоб тебя, а! Ладно, здесь мы, предположим, проехали так. Да что ж ты... Да, развесовка нужна, ребята. Слишком много всяких тут коробок, ящиков, которые нужно пробивать. Пробивать именно своей машиной. Уйди от меня, зомби. Он бежит. Он бежит. Я от него не оторвался, ребята, еще. Я чувствую его зловонное дыхание где-то сзади. Угу, нормуль. Гаси, гаси их всех. Так, вот здесь вот нужно, ребята... Вау, ускориться. Я прям влетел сюда. Посмотрите на мою машину, она просто рассыпается по ходу дела. У меня уже ничего нету от машины, ребят. Только колеса, ё-моё. Мне движок уже торчит наружу. Посмотри. Но зато я, ребят, побил свой, так сказать, рекорд по расстоянию. Так, погоди, погоди, погоди. Да чтоб тебе, слишком медленно. Я понял, что слишком медленно. Сейчас будет все. Сейчас все будет. Да. Не вовремя ускоритель закончился, ребята. Ну, насколько? На чуть-чуть буквально я опередил. Ну что же, деньги есть. Поэтому, ребята, давайте улучшаем. И вот здесь вот тоже улучшаем. Все, еще, ну, наверное, заездов 5 нам надо будет сделать. 5 заездов. Ребята, а вы заметили, что у меня раньше была спортивная машина, да, красненькая такая. А сейчас она просто вся в броне. Понимаешь, она вся, вот смотри какая. В металлообшивке. Так, замечательно. О, зря я здесь, конечно, ускоряться начал. Здесь я зря начал ускоряться. Тут надо просто отмечать для себя те места, где действительно нужно нам ускорение. Понимаете? Оно ведь не всегда пригодится. Вот смотрите, опять у меня уже брони практически нету. Потому что на капоте, ну все уже. Труба, финита ля комедия. Так, ладно, здесь проезжаем, проезжаем. Да и с колесами какая-то небольшая проблема, мне кажется. Давай, вот так. Оу, двери улетели. Вот теперь, ребят, смотрите. Это означает, что на моей машине нет брони. Истинная форма, красный цвет. Так, тихо. Давай вот так вот сделаем. Замечательно. Двери сейчас отлетят, я вижу, вот, уже двери отлетели. Слушайте, я, по-моему, так и буду доезжать до финиша. От моей машины просто ничего не будет оставаться. Но в данный момент у меня есть еще ускоритель. Так, тихо. У меня есть ускоритель, ребята. Ну, естественно, кто бы мог подумать, что здесь тебя не будет ничего ожидать. Все здесь будет ожидать. Что с горючкой, ребят? Горючка на исходе. Погоди-ка, а как я тогда должен здесь проехать? Кто мне подскажет? Если, смотрите, ребят, если я проехал, ну, не полпути, но приблизительно, да, и у меня уже ничего не осталось. Как быть-то тогда? Все, я здесь докупил. Короче, ребят, смотрите, следующий заезд мы с вами делаем, да, я покупаю развесовку полностью, и потом остается лишь только докупить ускорение. Не знаю, понадобится ли нам пулемет этот. Наверное, конечно, бы понадобился, было бы неплохо.
с пулеметиком-то здесь поехать, да? По крайней мере, эти зомби бы нам бы просто здесь не мешали бы уже. Мы их просто расстреливали бы, Гидре и Фене. Если бы Рэй бы еще корпусом своей машины, ребят, не хватало бы здесь вот все эти парашки, которые мне выпадают. Машина была бы целее. А если машина целее, соответственно, и нам лучше. Газуем. Так, хорошо. Зомбарь бежит сзади. Ты да еще его просто волной снесло. Он нам больше не мешает. Он нам с вами больше не мешает. Так, начинается, да? Выкрутасы. Давай стартанем маленечко. Воу. Вот здесь, ребята, мы с вами теряем львиную долю скорости. Так, а здесь мы нагнали. Отлично. Вот эти коробки, точно, нужно развесовку брать. Мы очень много теряем, ребята, с вами скорости на разбитие ящиков, коробок и так далее и тому подобное. Сами прекрасно видите. Так, здесь у нас тоже где-то прикол будет. А нет, у нас тут все получилось идеально. Так, здесь тоже ускоримся. Что-то там кровище какое-то разлетелось от кого-то. Я так и не понял, кого мы там с вами сшибли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да чтоб тебе. Давай-давай-давай, заезжай. Фух, заехали. Так, вот. Как-то хочется перелететь это все. Ну, почти, ребят, получилось. Машина, правда, у меня дымится. И я думаю, что сейчас она у меня откажет. Естественно, сломается движок. Это вероятнее всего. Но гонку нам действительно, ребята, придется еще одну делать. А может быть, даже и две. Не хватает у нас мощей доехать. В общем, берем развесовку с вами. И вот, вот, ребята, что мне и нужно было. Мы посмотрим с вами сейчас рекламу и докупим пулеметы. Если, конечно, нам покажут ее. Нет, не покажут. Обидно, ребята, все попытки израсходовал. Поэтому своими силенками, своими, ребята, силенками, понимаете? Так, пока все хорошо, все неплохо. Ядрите. Просто гонщик от бога, ребята. Ты посмотри. Так, тихо, вот здесь вот я помню, помню. Здесь мы не ускоряемся с вами. Вот так вот едем. Как говорится, спокойно. Без кипиша. Здесь все. Да чтоб тебе, нет, 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 нет. Эх, ребята, я запорол гонку. Я запорол всю гонку. Почему? Потому что я потратил ускорение. Потому что я нубас, ё-моё, по-другому не назвать. Я и скорость потерял. Я потерял броню, я потерял горючую. Я потерял ускорение, хрен знает сколько. В общем, пипец. Ладно, купим себе зато. Да что с машиной-то? Что с ней не так? Твою ж мать, а! Бесит. Она меня бесит, ребята, серьезно. На всяком дерьме, извините меня, спотыкается. Как можно ехать, а? Машина полностью обгрейджена, кроме пулеметов, ребят. Кроме пулеметов на ней все есть. Что еще надо? Ну, не знаю. Она не слушается меня. Так, у меня что там по ускорению? О, в каждую парашу врезаемся, естественно. Мы же любители во всякий бред врезаться. Так, ладно, хорошо. Но в любом случае не хватит. Нам не хватит именно вот того самого, где мы потеряли на переворотах. Когда моя машина была перевернутая, вот этого как раз мне и не будет хватать. Чё? Да чтоб тебе! Ну что с машиной-то? Ну... Нет, ребята, это жесть. Так, это просто жесть. Раз, два... И последний. Все, ребята, машина просто полностью улучшена. Полные апдейты мощности двигателей. Погнали. Либо сейчас, либо никогда. Какого ж фига ты делаешь? Такого раньше не было. Так разогнался-то у меня, а? Ты чуля. Вот здесь вот потише. Опять зачем? Да ну... Ну это, ребята, все, это трындец просто-напросто. Я по-другому не могу назвать. Меня же бесит. На какой-то ерунде, блин. Ну смотри, ну. Короче, я лучше нафиг переиграю. Я манал, ребят. Хотя, подожди, переиграю. Мы же можем вот так сделать.
Хорошо, ладно, поехали, посмотрим. Патроны, говорит, закончились. Да мне плевать на эти патроны, если честно. Мне совсем нужно другое от тебя. Понимаешь? Не твои патроны. Что это сейчас было? И зачем? Так, ладно, предположим. Ребята, горючка пока еще есть. Бензин тоже пока есть, поэтому едем. Пока едем. Так, ну тут, естественно, врезаться нам нужно было. Вот тут еще врезаться. А это, ребята, все броня. Это все броня наша. Так, давай тут вот, вот так вот. И вот сейчас, по-моему, будут у нас уже красные ящики, да? Конечно, врезаться надо. Где они? Я не вижу, ребят. Они где-то должны уже начаться. Где ящики эти красные? Вот они. Воу, у меня пушка, ребята, слетела. Так, я смотрю. Что у нас получается? Бензин есть еще. Немножко, ребята, бензина есть. Не так много, но есть маленечко. Так, давай, 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 родной мой. Давай едь. У меня еще есть, ребят, чуть-чуть ускорение. Ну, совсем маленько. Поехали. Это финишная прямая. Офигеть, финишная прямая. Ну! Давай, 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 давай. Есть! Воу. Моторс. Так, у меня новое достижение. Пройти уровень 5. Фух. А мне хочется посмотреть, что нам дадут, ребята, за тачку. Уж очень интересно. Ну, стопудово какая-то гоночная, по идее, да? А ну-ка. Дизель Моторс Петрол. Разблокирована новая машина. Это, ребята, круто. Не хватает, я понял. Ребят, это я так авансиком сделаю себе небольшой просто апгрейдик. Ну что же, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, а мы увидимся с вами в следующей серии. И будем дальше газовать и давить зомбарей. Всем пока, до скорых видосиков.